Мы шли полжизни и молчали. Нас окружал кровавый мрак. Над нами вороны кричали, перебивая лай собак. Я проклинал себя и силу, что заставляло нас идти. Мы видели одни могилы на нашем правильном пути. Вот так кончаются стихи. Любовь, надежда, ожидания, все телефонные звонки, все наши оправдания. Какое дело мне до этого? Я шел за ним, я думал вслух, одежда этого поэта как будто со старухи снята. Ладно, веди меня в свой дыр-пул-щил среди помоек и могил. Я должен знать, что ждет вас всех. Ответом был ехидный смех. Пространство сжалось. Я увидел, как через мутное стекло лицо ужасного правителя, что правил той страной, в которой я родился и любил. В его глазах торчали гвозди среди помоек и могил. А ведь когда-то на портретах во всех правительственных кабинетах смотрело это же лицо. И что теперь? К чему ему былая слава? Он весь трясется, и кровавых слез ему не прекратить. Он что, рассчитывал прожить всю вечность, играя жизнью миллионов? Теперь он получил за все. Нас тоже вряд ли кто-то вознесет на небеса, подумал я. В проклятой бездне бытия, где время превратилось в круг и вырывается из рук. А он все продолжал кривляться. Ведь ты его узнал? Ну-ну, еще бы. Ты же издевался над ним почти на всю страну доволен. Я проснулся. Подушка, наволочка, книги. Мы поступили очень мудро, что не пошли вчера на митинг.